Всем привет, народ! С вами Ботаник Взлом, мы продолжаем проходить метро 2033 Редакс. Итак, погнали! Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Итак, продолжаем проходить. Отлично, блин. Что ж, давайте я дойду до того места, где мы остановились, и там я уже продолжу. Итак, добрались мы почти до того самого места. Пропустил вот здесь щиток, благодаря которому можно на всей станции здесь погасить свет. Так, дай пройти. Так, поднимаемся наверх. Вот здесь вот ходят эти патрульные. Ну, вспомнил я, как здесь можно проскочить быстро, не знаю, но надо нырнуть вот сюда. Также здесь у нас катается дрезина, но вот оттуда сейчас должна приехать. Все вроде как я раньше ходил туда зачем-то, хотя это смысла нет туда даже ходить. Она едет, нет? Должна же приехать. Вот прям на нас светит ведь. Ой, так нас и видно даже. Да, благодаря часам мы можем видеть, видно нас или нет. Так, ладно, давайте пойдем сюда. Вот там вот эта дрезина. Тушим свет. Тихо. Теперь нужно очень быстро валить. Там еще чел идет. Блин, не помню тут как дальше. Не помню, дрезина обратно вернется или что? Чел этот здесь стоит вообще ни к селу, ни к городу. Да, блин, она обратно едет. Ну, она не замечает, что сейчас она еще раз половирует вперед. Вроде вспомнил я, как тут дальше идти. Так, едет она там, нет? Надо нам подняться вот сюда, наверх. Оп, вот так вот. Раньше я с этой дрезиной прям не туда ходил, и приходилось с ней... Ты можешь снять противогаз. Ай да, раньше, кстати, пленные находились вот здесь. Интересный такой небольшой факт. Что ж, проходим потихонечку. Музычка у них тут всякая играет. Непонятная. Заходим сюда. Здесь у нас небольшой тайничок с динамитом. А здесь у нас патрончики всякие. Вон резина эта. А тут катается все вперед-назад.
Ладно. Не столь важно. Ой, блин, этот идет сюда. Дождемся, пока он уйдет вперед, развернется туда, назад. Погасим здесь лампочку и сможем пробежать. Продолжаем наблюдать отсюда. Потому что не помню, если его снять, кто-нибудь заметит это или нет. Так, ну давай, сваливай. Свалил. Так. Оп. Здесь у нас челики ходят. Не помню, у них сейчас диалог будет или что, но нам надо вот туда. Я не помню, можно его? Можно. Оп. Вот так вот. Итак, вот так вот мы незаметно пролавировали мимо всех. Здесь, по-моему, тоже у нас кто-то сидит. Даже стоит. Вот здесь молодой челобрек тоже обитает. Вот так тихонечко так хоп-хоп-хоп. И ему так хоба. Чего у него там на баллоне? Не знаю. Так, что ж, давайте почитаем. Оу, нифига себе, это жестко. Давайте почитаем заметочки, потому что уровень уже подходит к концу. Здесь у нас одна заметка. У красной линии нет врага злей и неприемлемее, чем четвертый рейх. Говорят, война между коммунистами и нацистами продолжается уже 100 лет. Разные народы, словно одержимые бесами, принимают то одну сторону, то другую, а иной раз, как в метро, разделяются пополам и бьются до полного взаимного уничтожения. Рейх должен быть противоположностью красной линии. Так почему же он так на нее похож? Не считая жизнь в прогал... Опять это слово, ненавижу. В прогулудать. Трудовые отряды и бесконечные митинги. Трескучая болтовня политиков и пустые глаза у простых людей. Тут тоже разговаривают лозунгами, и тоже нельзя сомневаться в том, что тебе говорят. Правда, вера тут в другое. Мол, достаточно будет истребить всех мутантов, чтобы жизнь наладилась. Расовая чистота отступила на второй план. Теперь нацисты отстраивают чистоту генетическую. А раз норму здесь определяют политики, в мутанты можно записать любого. Кого казнить, а кого миловать, решают штурмовики с автоматами. А со шпионами тут обходится так же, как на красной линии. Так что попадаться мне никак нельзя. Так. Что ж, теперь двигаемся вот сюда. И здесь мы получим прямиком в хлеборезочку. Так сказать, по хлебалу нам нахлобучат быстренько, и на этом все закончится. Оп, привет! А он прям нас ждал. Они. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Итак, начинается у нас глава «Битва на дрезинах». Точнее, не глава, а подглава. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и дело. А может, не надо? Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся.
кто будет следить за этой свиньей? Сам такой, чё обзываешься? Да за что? Я молчал. Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. Опа! Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. А если не смешно, на серьезе? Что, же слушаться будете? Опа! Чё он ствол опустил, я не знаю. Что ж, спасли нас. Очень нам даже повезло. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго. И, кстати, пришли к нам из ордена Спарта. Куда нам и надо передать жетон Хантера, который мы получили еще в первой серийке. Или во второй. Ой, я уже сам забыл, что прохожу. Спасибо, отдали попутиться. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Давайте пока их полутаем. Есть тут что полутать? Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда да ничего, блин. Надо только пробить какие-то. Через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А о! Труп с Фомкой. Так. Что еще есть? Какие двери? Интересные ящички. Я готов лутаться хоть 100 лет. Да нет тут ничего. О-о-о. Ну, туда этих. У этого ничего. О, у этого патрончик еще есть. Так. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Вообще не умею. Ну, братцы, удачи вам. Спасибо. А ты что с нами не идешь? Ты хулиган. Не, чтобы с нами пойти. Ну ладно. Да, управление здесь немножко ущербное. Для разворота башни кнопочки управления надо использовать. Движение, что не очень удобно, на самом деле. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. О, да. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Веди себя естественно. Ну сколько естественно себя можно вести, находясь в тылу противника? При этом даже не в их форме. Этот вообще в Спарте там. По сигналям. Он нам открывает. Да? Да. Прикольные гермоворота такие. Как бы вверх-вниз мышкой, но вправо-влево будет добро, жми кнопочку. Что мне прям бесит. Максимально неудобно. Что, можешь уже начать? Смотрите, этот уже наготове. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, герофицер. Доставить... боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Все, валим, 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 валим. Ух ты, ё-моё! Вот, собственно говоря, начинается битва на дрезинах. Да, экшончик подкрался незаметно. А могли бы тихонечко, спокойненько проехать? Или вон с этим
со вторым пойти. Ульман вроде его зовут. И все было бы хорошо, я думаю. Враг с левого борта. Че тормозим? Ой, ой. Давайте-ка поуничтожаем вот здесь все, что у них есть. Так, ты либо ломаешь эту штуку, либо мы сейчас здесь и останемся. Да, господи, у них как будто одни эти, бронированные. Так, чел. Придется нам, походу, будет переигрывать. Давай же, поехали, чего мы стоим? Вообще не понимаю, что происходит. Фух, мы прорвались. А я вижу, что враг сзади. Да, это было жестко. Фух. Да, раньше у меня не получалось от меня так походить резво. Господи! Да это же танк! Это танк! Танк! На пазик третий похож. Твои! Да чем он стреляет? Что-то мне не нравится, как мы заглохли. Ой, прям в таком удобном месте, главное. Заводи ее, ё-моё. Молодец какой! Как мы вовремя заглохли-то! Я говорил, надо было со вторым идти. Да, нас сейчас здесь покрошат на окрошку прям. Фух. Ой-ой. Здорово. Пока. Или не пока. Я так надеялся. Ну, давай же, ну. Еле проскочили. Ой. Я заглохнуть решил. Что-то там происходит. О. А вот здесь вот, кстати, в старой версии была битва с танком. Вот он вот туда выезжал. Если я ничего не путаю. Ух. Прошел этот момент с первого раза. Удивительно. В прошлый раз у меня даже не получалось. Так, ну давайте поглядим. Быстрее, Артём, быстрее! Что-то по нам не так вроде много и стреляли. Ну погнали, погнали. Ой. Зачем я его надел? Что у нас тут? О. А! Впервые с рядом с сейфом лежит ключ. Итого у нас 355 пулек, тихарь тут лежит еще.
Здесь у нас вообще общий боекомплект на все. Здесь ничего. Ну, ничего интересного здесь, в принципе, нет. Вылазим отсюда нафиг. Так, молот оттуда, да, значит. Опа. Все у нас есть. Так даже неинтересно. Во! Вот это хорошо. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Согласен. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Так, надо пригнуться, а то башку здесь Сторона, расшибить. Огнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку снесет! Да не переживай. Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будет начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тот случай. От парня только сапоги остались. Обалдеть. Мыши бегут. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Здесь был постовой. Надо скорее отсюда убираться. На пролом! Прячься за броней! Да, ох, как я вовремя-то присел. Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Да. Что-то стрёмненько мне на самом деле. Скажу я так. Вам по секрету. Что это? Мутантская тройка. Они взорвали его. Ай, да ё-моё. Они туннель типа взорвали, нормально. Ой, здесь патроны есть. Я не знал. И куда мы выйдем? Так, времечко у нас сколько? 12:42. А, на в телефоне у меня 12:36. И кому верить? Ладно. Так, а где мы? Там трупов больно много было, да? Вот и я того же мнения. А вот это мне вообще не нравится. Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем. А может мы побыстрее будем ехать, а? Вот как оно выглядит. Что-то мы здесь все общее внимание привлекаем. Ой, извиняюсь, господа. Чиханул так неожиданно. Мама! Какой-то красивый-то. Да блин, что ты... Их здесь больно дофига как-то. Давай, духни, давай. Да отвалите вы уже. Ё-моё,
Ё-моё, что происходит? Оу, щит. Пережил. Я говорю, фартовый у нас главный герой. Переживет все. Да. Нехорошо получилось. Ладно. Так, нам вроде как надо вот сюда. Там дальше можно обследовать поезд, но в нем ничего интересного абсолютно. А мы продолжаем свой путь вперед. А, нет, значит, в ту сторону. Чё-то я ошибся немножко. Так, я не помню, есть у нас здесь заметочки, нет? А, да, есть, действительно. Жуткая смерть. Мои попутчики гибнут один за другим. Я ничего не могу сделать, чтобы выручить их. Мне начинает казаться, что они жертвуют собой, чтобы я мог идти дальше. Но стою ли я таких жертв? Сам я был бы готов умереть, чтобы выполнить задание Хантера, но имею ли я право забирать чужие жизни? Кто мне дал это право? Хантер? Господь Бог? Или я сам его себе присвоил? Не знаю. Так. Идем вперед. Двигаемся потихонечку, продвигаемся. Нам вот сюда. Патронов у нас в достатке. После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Что ж, а на этой печальной ноте заканчиваем проходить очередную серийку. Что-нибудь ставьте, что-нибудь пишите. Всем пока.